Если преступление остается без наказания, его нужно смывать кровью. Последние защитники справедливости против тех, кто ушел от закона. Они вернулись в полной силе. Мы еще нужны людям. Хочешь знать, кто мы? Может, конечно, это не по закону, но зато по справедливости. Жесткие методы борьбы с преступностью в сериале «Меч 2». В воскресенье, весь день на РЕН-ТВ.